Ну, наверное, ураган. Я так думаю, все-таки это ураган. Вы сами видите, да, море из берегов вышло. Это когда никогда такого не было. Ну, ждем, когда это будет все исправиться. До сих пор, конечно, народ эвакуирует, смотрим, замечаем это дело, да. Но все-таки некоторые улицы в городе, причем центральные, перекрыты. Разрушений, как бы так сказать, что больших-то нет, а деревья, страдают деревья очень сильно, очень с корнями, прямо вырвано. И точки, которые люди торгуют, тоже очень много. Сказать, что прямо там весь город в них, нет, я не скажу, но есть, конечно. Прямо перевернутые ларьки, ну, и тому подобное. Вот такое вот. В основном деревья.